Мурлок. Ты что мяу? У меня такое ощущение, что он начал жрать собачий корм. Ну так, не, он ночью, в 3 часа ночи приходил, попросил его пустить, поел, попросил выпустить. Слушай, вот тебя будет в 3 часа ночи, ты засыпаешь нормально? Прекрасно. Проешь. Вообще, а я часто сама просыпаюсь, хожу, водички там попью, еще что-то. Ну, не знаю, у меня сегодня Веся начала шнырять под кроватью, что-то там шебушить. Нет, я в Москве раз по 5 за ночь стою обычно, там в окно посмотреть на елку, что происходит. Мурлок, куда ты? Преследователь. Господи, как я рад, что в теплице развязался. Ну, хорошо. И всю рассаду туда вытащила. Такой самостоятельный, игнорирует меня, типа. А он в туалет, наверное, пошел. Там Веся такую яму выкопала. Росян рядом не валялся. Слушай, Роська обычно копает ямы под блиндажи, под бассейн. Смотри, он на него прям охотится. Что там? Боня, не мешай. Мур, ну это не для этого вырыли. Закопаете, скажи. Так. Ну и чего? И все. Яма-то хорошая. От тебя вещи спасибо передать? Расскажу Роське, он обалдеет. Боня, ты хорошо подлезла. Мурлок просто постиг дзен. Тоже познает дзен. Да ничего, Мурлок уже все, он его перележал. Перележал? Ну я же выкладывала видео противолежания. Ну, кстати, на виску он сегодня лапками помахал, там вообще на внимание на крыльце. И жутко хотела съесть, она его просто прогнали, а он ушел. Ты же не будем на эту лапку не передать. Вот ты забавно за ним стоишь. Ну, Мурлок, он же никогда как бы не агрессирует ни на кого. Это только да, чтобы да, защищаясь. Последний навязывается. Не обошел кругом, да, кот? Ну что, пойдешь домой? Ладно, мы домой пошли тогда. Ага. Пожалуйста. Ты с нами? Ну, идем. У нас там собака в гостях. Собака Аврора. Пошли. Кстати, она гоняла как раз Мурлока. Пойдем, пойдем. Идешь? У вас опять противолежание? Мурк, ну мы шли туда вот как-то, а? Ну что вот это такое? Противолежание, противозевание. Хочешь, я тебя отнесу домой? Полежал, пошли дальше. Пойдем. Тонкие отношения двух котиков. Такой. Пойдем. Там люди, да, они там что-то это ищут. Металл там ищут. Ценный. Видишь, ходят. Чернозем нам нашли. Я думаю, сейчас они дойдут и вскопают мне грядочки под клубнику. А то я уже устала. Пошли, пошли. Мурк. Ну ладно. Боня все-таки догнал. Скажи, потому что это моя труба.
Что там, Мурлок? Свет в конце туннеля есть. Туда же можно пойти, да? Нет, тут бы штрафы есть.